Экомобиль работает в парке отдыха «Центральный» прямо возле главного входа. Собранные батарейки и пластик будут отправлены на предприятие по переработке отходов. Цель акции, в принципе, привлечь внимание населения к проблеме раздельного сбора и правильной утилизации опасных отходов, которые образуются у нас с вами в быту. Сдать можно самые обычные использованные батарейки – пальчиковые, мизинчиковые или батарейки типа таблетка. Пластиковые крышечки принимаются с определенной маркировкой, а за каждый килограмм батареек или полкило пластика участники акции получают мороженое. Крышечки мы собираем, потому что у нас не всегда вывозят мусор. Поэтому мы узнали про это давно. И поэтому мы собираем крышечки, батареи и сюда складываем. Крышечки утилизируются компанией Сибкэт, мы сдаем туда. И они делают из них, перерабатывают и делают из них туалеты для кошек и собак, поилки, кормилки для кошек и собак. На вырученные средства организаторы акции планируют приобрести слуховые аппараты для детей, которые в них нуждаются. Эта акция не последняя. Экомобиль будет курсировать по Новосибирску еще в августе и в октябре.